Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Очень горько. Петросян разбит после известия о смерти. Евгений Петросян скорбит о своем товарище, артисте «Кривого зеркала» Вячеславе Войнаровском. Он признался, что испытывает очень тяжелые чувства. Смерть оперного артиста стала потрясением для его друзей и коллег. Евгений Петросян одним из первых выразил свои соболезнования семье товарища. 24 сентября исполнитель ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Эту информацию подтвердил сын Вячеслава Войнаровского. Евгений Петросян был знаком с артистом 40 лет. Известие о смерти друга разбило юмориста. «Ушел от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе», – признался он. Артист добавил, что считает, что и многочисленным зрителям также горестно сознавать утрату. По его словам, ушел из жизни талант. «Дорогой Славочка, я тебя никогда не забуду, и довольно часто в наших актерских разговорах буду вспоминать о тебе и напоминать зрителям о тебе в моих передачах». Вечная память поделился эмоциями Евгений Петросян. К соболезнованиям народного артиста присоединились поклонники. «Как жаль. Войнаровский – это глыба, величина», – высказались россияне. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.